Особое мнение на 101 FM. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова. Напротив меня член Общественной палаты Кировской области, директор компании «Киров-пассажир-автотранс» Денис Пырлок. Денис, добрый день. Добрый день. Денис, ну в первую очередь хочется поговорить, наверное, о планах областных властей по созданию единой транспортной компании, потому что это непосредственно касается вас и вашей работы. С одной стороны, понятно, что нужно что-то делать с тем, что некоторые райцентры остаются без прямой связи с Кировом. Я имею в виду официальных перевозчиков, они прям отказываются, да, возить жителей региона. Вот недавно, по-моему, в Верхнекамском районе отказался перевозчик. Ну и таких несколько, если у вас на сайте посмотреть. Да, Малмыжа нет в списке, Арбажа нет. Ну, да. Можно перечислять, наверное, еще. Поясните, почему это происходит? Почему, допустим, ваша компания не может взяться за обслуживание этих районов? Ну, смотрите, мы, Киров-пассажир-автотранс, обслуживаем 4 района на сегодняшний день. У нас есть автостанция в Вятских Полянах, но мы район не обслуживаем, да. Цена, Нема, Верхошижемье, Богородск. Соответственно, в этих районах мы уже много лет работаем. Там также сами по себе перевозки убыточные, но есть дотации от районов. Не скажу, что они большие, но мы работаем там где-то в ноль, где-то с небольшим минусом. Для того, чтобы, как мы всегда заявляем, что мы социально значимое предприятие для области, да, в том числе, то, соответственно, мы социальную нагрузку эту несем. А другие районы, где сейчас... где нет общественного транспорта, да, даже в самих районах, где там в ближайшее время его может не быть, потому что вот там в Вятско-Полянском районе есть проблема автоколонны. Соответственно, сейчас нужно просто максимально быстро среагировать и туда организовать там наши филиалы, наверное, так это будет выглядеть, либо филиалы там объединенного предприятия, и уже в рамках там каких-то, может быть, небольших субсидий, дотаций, все это, в принципе, можно будет там вернуть. А без дотации это, в принципе, не может работать? Почему? У нас почему без, без дотации даже общественный транспорт города Кирова, где население более 500 000 человек, работает в минус, либо в ноль, да, некоторые маршруты. Мало маршрутов, которые работают в плюс. Соответственно, что говорить про населенные пункты, где 2-3 тысячи человек живет, то есть, безусловно, будут работать они в минус. Потому что, ну, во-первых, там Киров пассажир автотранс полностью белая прозрачная заработная плата. Соответственно, мы не можем себе позволить, как некоторые там нелегальные, да, перевозчики, не платить налоги или там не устраивать, не трудоустраивать водителей и кондукторов, как это там делают многие нелегальные перевозчики, и мы в этом убеждаемся. Поэтому НДС мы платим, междугородние перевозки, они облагаются НДСом, то есть мы от этого никуда не уходим, и, соответственно, для нас это большие затраты. Плюс все общехозяйственные расходы все равно это ложится как раз там на себестоимость. Частники отказываются, потому что им невыгодно, да? Если ставить вас, то, значит, вам нужны дотации. А есть какой-то вариант? Ну, варианты есть, наверное, но почему-то к ним не хотят там прибегать. Вариант вот какой. То есть за полтора года работы мы много раз встречались, наверное, более 20 раз со всеми нелегальными перевозчиками. И с такси, которые осуществляют деятельность вокруг автовокзала города Кирова и там на ЖД вокзале. И с перевозчиками, которые ездят из районов. Ну, вот пример был с богородским перевозчиком. Долгое время он пользовался, там, скажем так, уважением властей Богородского района, да, хотя официально мы должны там работать, но он нелегально работал на Киров, соответственно, с кировского маршрута снимал сливки, по району работать не хотел. Когда мы встретились в Министерстве транспорта, все вместе с главой района, с перевозчиком с этим нелегальным, мы в открытую ему сказали, что забирай весь район, забирай маршрут Киров-Богородск, мы готовы от него отказаться, но обслуживай весь район. То есть, раз ты снимаешь сливки с хорошего маршрута, соответственно, должен как-то, ну, немножко социальную значимость нести. На что он ответил, что нет, я хочу ездить только по хорошему маршруту, в убыточные направления я не буду залазить, даже несмотря на то, что там есть дотации, потому что необходимо будет там обелять свой бизнес, платить налоги и так далее, да, и спрос с тебя будет. То есть, на Киров захотел – выехал, не захотел – не выехал, часто такое бывает. А когда у тебя уже полностью там есть обязательства, ты подписал контракт, соответственно, штрафные санкции там на самом деле не маленькие. Штрафные санкции по районам намного больше, чем по городу Кирову. Если по районам у нас выполнение плана 99%, должно быть по контракту где-то 98%, то по городу Кирову всего 85%. 5 лет назад контракты такие были заключены. Ну и, соответственно, перевозчик отказался, а глава района понял, что он, ну, сделал большую ошибку, там, сделав на него ставку, да, и сейчас с этим перевозчиком у нас находится там уже 3 суда было, 4-й суд будет, скорее всего, в сентябре.
Я думаю, что мы сможем с него взыскать часть упущенных доходов. Поэтому мы готовы при поддержке там, Министерства транспорта уступить кому-то дорогу, да, если они считают, что там, мы их как-то там кошмарим. Но почему-то они не хотят этого делать. То есть они хотят ездить только на хлебных маршрутах, а так не может быть. Ну, либо должно тогда государство, по сути, там, дотировать те перевозки, которые убыточные в районах. Они все равно будут убыточны, потому что пассажиропоток резко упал. Когда в 2015 году особенно льготы сделали адресные, ну, потеряли все перевозчики большую часть льгот, ну и большую часть своих пассажиров, потому что сейчас они стали ездить там, с нелегалами, с такси, там, ну, и не стали оплачивать это. Не хотят сотрудничать перевозчики там на местах, которые есть, да, и поэтому властям приходится, видимо, придумывать какие-то новые решения и шаги. И вот губернатор высказал идею о создании единой транспортной компании. Не очень, возможно, понятно, да, как это все будет устроено. Ходят разговоры о том, что это объединение как раз Киров-Пассажир-Автотранс и АТП, но все это неофициально. Может быть, вот вам известно, как это все должно быть устроено и конечная цель в итоге всего этого мероприятия? Ну, я бы не сказал, что все эти слухи там, и разговоры неофициальны, потому что, как я уже говорил, более... Наверное, года идут как раз действия в рамках там, слияния предприятий. Да? Я на сегодняшний день так понимаю, что все-таки да, будет слияние Киров-Пассажир-Автотранса и АТП, либо это будет какое-то там присоединение, ну, кого-то к кому-то, да, либо это будет там, какая-то там управляющая компания. То есть это вопрос полностью там, компетенции правительства Кировской области. Но да, мы, безусловно, там, с Александром Анатольевичем Чуриным это все обсуждали неоднократно. То есть идея, она, я ее полностью поддерживаю, идея благая, то есть чтобы не... там, субсидии, дотации, да, если такие потребуются, не распыляться там на несколько перевозчиков, а просто там в рамках одного перевозчика консолидировать их. Безусловно, можно будет ограничить повышение стоимости проезда за счет того, что часть прибыльных маршрутов будет дотировать там часть убыточных маршрутов. Там, ну, перевозки пассажирские – это социальная сфера, да, то есть это не бизнес, по сути, там, то, что в некоторых там регионах или городах из него сделали бизнес, ну, я считаю, что тут много нюансов там всяких, которые надо рассматривать, но в Кирове немного маршрутов, которые работают там в плюс, либо там могут себе позволить там что-то заработать. Поэтому идея как раз она для того, чтобы все это систематизировать. Более того, есть яркий пример обоих вот этих предприятий, Киров-Пассажир-Транс и АТП, когда у АТП летом сокращается количество выездов, потому что в городе Кирове там летом у нас, в принципе, студентов не надо возить, а часть жителей уезжает в отпуска и так далее. То есть они должны держать, по сути, определенное количество резервного подвижного состава, чтобы зимой выйти там, ну, в сезон уже с большим количеством выездов. У Киров-Пассажир-Транс наоборот. Летом у нас начинаются сезонные перевозки, зимой у нас сокращается там, порядка там, на 10 единиц техники там, в день. Соответственно, чтобы ни нам, ни АТП не держать определенный резерв подвижного состава, там, по 10, по 15 единиц каждому, то здесь мы бы, в принципе, все бы это консолидировали, и часть автобусов, которые выезжали там, в АТП, поедут наоборот на маршруты Киров-Пассажир-Транса и наоборот, там часть автобусов поедет на маршруты АТП. Более того, управленческий персонал, общехозяйственные расходы можно было бы сократить. Я считаю, что здесь речь идет о экономии в несколько десятков миллионов. Даже грубо, там, сильно экономику там, АТП я не просчитывал, там, не лез в их финансово-хозяйственную деятельность, но невооруженным взглядом видно, что 30-40 миллионов в год можно экономить за счет слияния предприятий. Может быть, и больше эта сумма на будет. На зарплате там. Вы имеете? А, не только на зарплате, на сокращении, да, ИТР, потому что его необходимо будет меньше, на расходах, на управленческих расходах, ну и за счет того, что часть техники пойдет на маршруты, там, АТП, либо наоборот, там, автобусы АТП пойдут на маршруты КПАД. То есть здесь тоже можно будет это все консолидировать. Ну и более того, как раз там у нас есть автобусы большой вместимости, которые сейчас мы вынуждены либо выпускать на маршруты с низким пассажиропотоком, либо они простаивают, да, то есть если есть другие автобусы, соответственно, мы бы их могли пустить на маршруты, которые будут в рамках нового конкурса по городу разыгрываться, и, соответственно, пассажиры от этого бы только там получили выгоду. Не слышу из этого всего решения проблем тех жителей региона, у которых вот нет как раз этого прямого сообщения с Кировом. Ну, безусловно, это
Этот вопрос, он тоже обсуждается и обсуждался. Соответственно, когда произойдет там слияние, да, либо там, ну, уже все, выйдем на финишную прямую, будет там новая компания, да, там объединенная транспортная компания, в тех районах, где нет автобусного сообщения, должны появиться филиалы этого предприятия. Я считаю, что это, ну, здравая и нормальная идея. Соответственно, на каких условиях будут работать эти филиалы? Будут ли это дотации, либо там выручки предприятия хватит для того, чтобы там содержать такие убыточные направления? Об этом говорить пока сейчас рано, но я думаю, что все равно правительство озадачилось этим вопросом. Соответственно, здесь уже там обратной дороги, я считаю, что нет. То есть, да, мы от этого, люди, пассажиры, выиграть должны. Поэтому я думаю, что через некоторое время как раз в тех районах появится автобусное сообщение. У нас сейчас перерыв, полминутки, и вернемся в студию. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня Мария Кожевникова. Напротив меня член Общественной палаты Кировской области, директор компании «Киров-пассажир-автотранс» Денис Пырлок. Денис, говорим с вами о создании единой транспортной компании. Хочется все-таки понять по срокам. Идет уже работа? Какие-то документы готовятся? Что происходит сейчас? И как быстро это все должно быть сделано? Потому что ведь уже в конце года должны быть разыграны лоты на перевозки городские. Ну, что касается нового конкурса на городские маршруты, я считаю, что объединение предприятий, оно никак не затормозит эту работу. То есть тут есть масса вариантов, да, как дальше там работать. Либо конкурс пройдет, а потом будет объединение, либо наоборот будет объединение, а потом пройдет конкурс. То есть здесь, в принципе, там пассажиры точно не пострадают. И я считаю, что, ну, это не причина для того, чтобы конкурс сорвался. По срокам сейчас ответить не могу, потому что, опять же, повторюсь, что это компетенция правительства Кировской области. Все, что от нас требуется, мы, безусловно, предоставляем. А какая работа сейчас? Ну, сейчас все это находится в стадии расчетов, просчетов, то есть как это будет выглядеть, модель предприятия. Безусловно, что мы там полностью контактируем с профильными министерствами, которые этим вопросами занимаются. Но не хочу просто, там, не знаю, может быть, там тайны выдавать, да, какие-то, но я считаю, что в ближайшее время все-таки уже будут озвучены какие-то итоги правительством Кировской области. Пока работа ведется плодотворно, не скажу, что нас что-то стопорит, все идет планомерно. Просто такие вопросы, они требуют, на самом деле, тщательной проработки, вопрос не решается там за неделю, за две, то есть чтобы потом не испытывать какие-то там трудности, сложности, да, либо там информация не будет соответствовать тому, что мы хотели, да, добиться. Я думаю, что здесь просто нужно тщательно проработать все это. По срокам я, к сожалению, там не готов ответить. Еще вот о чем хочу спросить. В нашем эфире депутат Гордумы Денис Ерохин предположил, что из-за создания новой организации Киров в этом году может снова остаться со старыми автобусами. Их должны были закупить еще в прошлом. Там УФАС не разрешила проводить конкурс из-за того, что заточено было под одну компанию МАЗ. Вот. И Денис Ерохин считает, что снова все откладывается. Вы говорите, что сроки создания компании неизвестны, получается, неизвестные сроки покупки новых автобусов. Вот вы как считаете, это как-то связано или нет между собой? Я считаю, что все-таки приобретение новых автобусов, во-первых, мы слышим о них уже второй год. В прошлом году, когда там в середине года было озвучено и администрацией города Кирова, и самим автотранспортным предприятием, что будет приобретаться 30 новых единиц техники, речь еще, насколько я знаю, о создании транспортной компании единой не шло. Но почему-то автобусы до сих пор не приобретены. Соответственно, я думаю, что, наверное, там, создание транспортной компании – это не повод для того, чтобы автобусы там не приобретать. Насколько я могу, опять же говорю, что финансово-хозяйственную деятельность АТП я никогда не вникал, вот, потому что мне это было неинтересно. По мнению Ерохина, да, не может АТП, но, значит, я считаю, этот что, лизинг я тоже слышал, взять, да, что это будет кабальная ноша для предприятий, и предприятия с такими лизинговыми платежами ежемесячными просто в ближайшее время там сможет утонуть, да. То есть, соответственно, опять же, я говорю, я эту информацию не проверял, но если она соответствует действительности, то это правильно, что в ближайшее время не будет закуплено автобусов, а уже в рамках объединенного предприятия нужно будет понимать, какие автобусы куда. То есть сейчас у АТП в основном, конечно, автобусы большого класса, там немного автобусов среднего класса и нет автобусов малого класса. Но на самом деле у нас ежегодно, мы видим там из учета Кировстата, пассажиропоток сокращается, да, соответственно, надо ли покупать автобусы там большого класса, может быть, посмотреть, что-то переиграть, какие-то автобусы переставить на другие маршруты, какие-то наоборот маршруты изменить, потому что микрорайоны у нас также активно там многие застраивают.
появятся, да, соответственно, здесь нужно просто плотно проработать эти вопросы, и, возможно, уже в рамках, там, опять же, объединенной компании получится так, что не надо покупать, например, 30 больших автобусов, а нужно купить там 10 больших, 20 среднего класса, например, да, то есть, потому что большой автобус его обслуживать намного дороже, чем автобус, например, среднего класса, ну и, соответственно, по затратам он намного больше тянет денег. Поэтому я считаю, что здесь, опять же, нужно дождаться этого, но не скажу, что это повод для того, что, там, почему АТП не покупают автобусы. Ну, наверное, потому что они не потянут их сейчас. А потянете ли вы, объединившись с АТП? Ну, безусловно, я думаю, что это даст все-таки увеличение выручки, создание там слияния двух предприятий, да, соответственно, там мы за прошлый год Киров Пассажир Автотранс уже купили 10 единиц новых автобусов, часть на междугороднее направление там с кондиционерами, в принципе, там Евро-5, и часть на пригородное направление. Нам на эти средства никто денег не давал, мы за свои средства купили эти автобусы. Купила ли за два года автобус, хоть один автобус АТП? Ну, один автобус, насколько знаю, они там по субсидиям купили. Но, зная бюджет АТП, да, там примерно хотя бы, я думаю, что они могли себе позволить по 10 автобусов в год приобретать, если бы провели ряд процессов по оптимизации и сокращению общехозяйственных затрат. Вот как раз это сейчас и будет сделано, да? Да, безусловно. Иначе просто, а зачем вам? Безусловно, штат в АТП раздут, штат ИТР именно раздут. То есть не секрет, что в Киров Пассажир Автотрансе мы за полтора года сократили 70 человек. Предприятие как работало стабильно, так и работает стабильно. Как у нас был выпуск 99,5% по итогам года, так он и остался. Соответственно, на работу предприятия это не сказалось. Но мы 8% сократили персонала. Почему бы это не сделать в рамках там, предприятия объединенного? Ну, я думаю, что там даже можно, наверное, и побольше сократить. Опять же, все нужно просчитывать, прорабатывать. Единственная проблема в том, что люди работу теряют, да? Ну, я бы не сказал, что они теряют. Вот мы из всех 70 человек процентов 95, наверное, пристроили сразу же на работу, поэтому здесь проблем нет. Они уже уходили, знали, куда уходили. Но все-таки все кировчане очень ждут новых автобусов, хочется ездить с комфортом и дышать тоже чистым воздухом. Я перед интервью с вами решила провести опрос среди своих знакомых и спросила, что спросить у человека вот на тему общественного транспорта. И вы знаете, большинство из них прямо сразу сходу спросили, когда наши пазики и наши автобусы перестанут чадить. А здесь все просто. Вот на самом деле решение проблемы, оно на поверхности лежит. Почему, опять же, эту проблему не решают руководители транспортных предприятий? Вот у нас, например, в Киров Пассажир Автотрансе мы заливаем качественное дизельное топливо, там любые проверки готовы пройти, да. А у нас, я бы не сказал, что есть там много автобусов, которые чадят. Безусловно, что если автобусы 2005 года выпуска, есть такие, которые эксплуатируются, где в ПТСе стоит Евро-0 класс, да, то туда хоть чистый спирт, мне кажется, залей, он все равно будет дымить, потому что уже возраст автобуса, он на пределе. Безусловно, таких автобусов у нас немного осталось, но они есть. А почему они не уходят? Ну, потому что их надо чем-то заменить. Чтобы их заменить, нужно, наверное, чтобы предприятие там стабилизировалось немножечко, потому что предприятие мне досталось там достаточно с большими долгами. Часть мы покрыли этих долгов, часть там покроем в ближайшее время. Соответственно, на обновление я уже говорил, что 10 автобусов мы в прошлом году заменили. В этом году, скорее всего, тоже уже там прерогатива там объединенного предприятия, да. Но обновляться можно. Здесь же дымят, на самом деле, там не столько предприятия крупные, сколько там частные перевозчики. Частных перевозчиков уже там, ну, на протяжении нескольких лет мы знаем, что там проблемы с поставками печного топлива в АТП были, да, за которые сейчас отдуваются прошлое руководство. Про них я еще 4 года назад говорил, что давно их нужно было садить. Соответственно, автобусы, топливная аппаратура, двигателя были испорчены этим видом топлива. Частные перевозчики не сильно видят пока стимулы для обновления, потому что вообще принцип работы с ними сейчас неправильный. То есть кто ближе к руководству там, предприятия, пусть это АТП, либо другое предприятие, да, ну, условно, у нас частников нету вообще, то есть я там могу об этом смело сказать, что мы ни с кого там не получаем деньги. Кто ближе к руководству, тот работает на лучших маршрутах, зачастую имея самый плохой подвижной состав. А те, кто работает и обновляется, вот есть перевозчики, которые обновлялись по 20 автобусов в год. Но когда все увидели, что они хорошо обновляются, там вот нынешнее руководство АТП,
установила им, ну, назовем так, маржу, да, как в 90-х было, 10%, и, соответственно, там 20 миллионов они сейчас платят в кассу АТП. Где эти деньги, обновляются ли на них АТП, ну, мы видим, что нет. Куда-то эти деньги там уходят на долги, на дыры там, на свои или еще что-то. Маржу мы поясним, это в качестве субподряда, да, они платят? Ну, платят, называется, за маршрут. Хотя что там за понятия такие, да, если мы говорим о том, что это сфера там социальная. Поэтому я считаю, что так, что, ну, я думаю, что если там объединенное предприятие будет работать с, назовем так, с частниками, да, то схема должна быть максимально прозрачна. Должен провестись внутри предприятия конкурс со всеми критериями, которые прописаны в 220-м федеральном законе. То есть если у тебя новый подвижной состав, экологически чистый, не имеешь низкопольные автобусы, там, по ДТП, по аварийности у тебя лучшие показатели, то ты должен ездить на лучших маршрутах, наверное, да, которые там отдаются на откуп частным перевозчикам. Если у тебя самый плохой подвижной состав, ты ездишь дымишь, у тебя куча штрафов, да, особенно за дымность, то, наверное, такие перевозчики не должны работать. Да, безусловно, нужно им вот те суммы, которые они платят сейчас там в ВТП, нужно с ними что-то делать. Они должны быть обоснованы. Если там обосновывают там предприятие, да, за что они должны платить, то окей, пусть платят. Если суммы там взяты откуда-то просто из головы одного человека, то, наверное, там они не должны. То есть мы требуем от них обновления, а в то же дело мы их обираем. Ну, наверное, это неправильно. Вообще схема работы дальнейшая с ними, ну, она есть. Я считаю, что там, если все-таки предприятие будет на базе Киров пассажир автотранса, да, там, ну, не секрет, я готов возглавить новое предприятие. Мне пока таких, конечно, предложений не поступало. Но у меня есть вообще варианты, как дальше там взаимодействовать. И я, более того, готов сразу же там пообещать, что автобусы там чадящие, ну, на линию выпускаться точно не будут. Ни под каким предлогом. Неважно, кто это там, знакомый или и любой другой перевозчик, да, у меня. То есть, безусловно, я знаю там практически всех перевозчиков в городе, и можно их всех сказать, что они там мои знакомые. Соответственно, также никуда не ушла ситуация, когда часть ИТР, АТП, имеет свои автобусы, как раз вот, которые чадят, ездят, дымят, оформлены на третьи лица. То есть здесь нужно выбирать либо бизнес, либо работа. Ну, наверное, здесь, там, опять же, там, нынешнее руководство АТП должно было это сделать еще год назад. Почему это не было сделано? Ну, опять же, там масса вопросов возникает. При том, что схемы, при которых появились деньги на эти автобусы, они 5 лет назад были при предыдущем директоре Дубровине вскрыты. Почему за это никто не понес ответственности? Ну, наверное, потому что срок давности вышел. Ну, все знают, но почему-то, опять же, там никто не реагирует. Поэтому с дымностью, я думаю, что побороться можно вполне законными путями. Главное просто максимально прозрачно выстроить работу с ними. Ну вот я статистику все-таки приведу, чтобы не нагнетать обстановку и не говорить, что все уж слишком плохо. Плохо, да. Каждый третий автобус в Кирове чрезмерно загрязняет воздух. Это вот последние данные. Недавно на нашем сайте была новость. Но в то же время в прошлом году каждый второй автобус загрязнял воздух чрезмерно. А 5 лет назад было 80% таких автобусов. Поэтому проблема все-таки решается, но вот не хватает еще чего-то. Ну да. Я вам скажу, что в Саратове в основном автобусы до 1990 года выпуска работают. Большинство. Ну как-то же работают, и проблем таких не возникает. К следующей теме перейдем. Не так много времени у нас уже остается. Хочу поговорить по поводу ремонта дорог. Вы на заседании в Общественной палате высказали недовольство тем, что у нас все дороги в рамках федеральной программы ремонтируют одновременно. Из-за этого не объехать, не обойти огромные перепады на дорожном покрытии из-за того, что один слой снимают, но положить его еще не успевают, новый. Вам ответили, что замечания учтут. Ну, как это сделать можно? У вас есть какие-то конкретные предложения? Да, предложения есть, мы их, безусловно, озвучивали. Вообще позиция там Евгения Николаевича Лунева вызывает немножечко там опасения. Он на всю нашу критику всегда говорит, мы это учтем. Но мы-то прекрасно знаем, что его через полгода не будет уже здесь, наверное, я так думаю. Я надеюсь, конечно, что он останется. Вы опираетесь на предыдущую практику. Да, предыдущих, да, руководителей, которые спустя там, год работы уходили, уходят. Да. И потом, когда приходит новый руководитель, зачастую такое бывает, говорит, что это было не при мне, я все исправлю. Но почему-то никогда ничего не исправляется. И новый руководитель приходит и говорит, я это все учту. Вот, соответственно, Николаевич уже неоднократно об этом говорил, что он все это учтет, но почему-то это не учли. Здесь все просто. То есть 5 крупных магистральных улиц, это Воровского, Московская, Октябрьский проспект, Ленина, начали делать в одно и то же время.
даже практически в один и тот же день. Сроки были максимально раздвинуты. Сделано, мне кажется, сделано это было для того, чтобы подрядчики не получили в виде ГДМС, не получили штрафы. В прошлом году, там, в позапрошлых, они получали штрафы. Сейчас им сделали максимальный срок на все лето. Зимой мы не можем проехать по дорогам, стоим в пробках, потому что она сужается в полтора-два раза. Летом мы 4 месяца там не можем проехать из-за того, что они ремонтируются. Если выехать сейчас на улицу Ленина, четко видно, никакие бордюры не ложатся, хотя Лунев говорил, что это из-за бордюров. Все там уже отремонтировано. Бордюры сейчас никакие не укладываются. Я езжу каждый день по этой улице домой и вижу. Дорога также имеет перепады более 5 сантиметров, хотя у нас по ГОСТу, если я не ошибаюсь, там 5 сантиметров глубина максимум должна быть. Соответственно, ну, опять же, зачем такие сроки делать, когда у ГДМС, насколько я знаю, всего 2 фрезы, да, которые они пользуются, то есть они 4 улицы не могли сразу же начать делать. Ну, мне кажется, проще сначала одну улицу сделать, далее там вторую улицу, третью, четвертую, и все. Максимально компактно, меньше пришлось бы нести транспортные расходы на переброску как раз асфальтоукладчиков, там, катков и так далее, там, всю эту технику. То есть сейчас ее вывезли, а через месяц ее снова завезут, потом снова вывезут и снова завезут. Ну, мне кажется, это как-то, как минимум, там, кощунство, да? Экономии нету здесь. Ну, вот в данном случае, получается, ведь ГДМС решает, когда ему какую дорогу ремонтировать. Но это, во-первых, техзадание было так составлено, а на каждый участок дороги дано было там от 3, по-моему, до 4 месяцев на ремонты. Соответственно, если бы были даны сроки там месяц, то не было бы того, что мы сейчас видим на дорогах. Либо в контракте можно прописать, когда какая дорога должна ремонтироваться. Да, да. Ну, нет, она прописана, что там с 13 мая, например, по конец сентября. Ну, они все так прописаны. Конечно, да. То есть тут да. нужно было просто постепенно все это делать, все бы было, в принципе, красиво и правильно. У нас сейчас перерыв на рекламу 1,5 минуты. Особое мнение на 101 FM. Да, действительно, это особое мнение, и сегодня его высказывает член Общественной палаты Кировской области, директор компании «Киров-пассажир-автотранс» Денис Пырлок. Денис, 2 месяца назад была прошлая программа «Особое мнение», и тоже мы с вами на ней встречались, и я имела смелость высказывать вам, смелость и наглость высказывать, что сайт у «Киров-пассажир-автотранс» как-то не очень. Вот все правильно. Теперь захожу и вижу, что он новый. И вообще, ну, видно, что развивается компания, если посмотреть и в соцсетях, там какие-то интересные предложения, конкурсы, появилось новое приложение. И я там теперь покупаю билеты через это приложение. И вот увидела в ВКонтакте, что вы объявили конкурс для тех, кто этими приложениями пользуется, и сайтом, и приложением. Вот расскажите, это что дает вам, для чего это нужно? У вас не очень пока высоки продажи онлайн, не сократились очереди у касс. Что это, почему? Ну, во-первых, что касается, давайте по порядку тогда отвечу, да, что касается сайта, безусловно, и ваше мнение было учтено, и мнение там других, кто высказывал, то есть я давно говорил, что я рад выслушивать и слышать там различную критику в адрес предприятия, которую там, ну, конструктивную критику, да, там, безусловно, мне много пассажиров пишет, и скажу, что процентов, наверное, 80 жалоб находят свое дальнейшее развитие, там, ну, например, там, несколько маршрутов было изменено по времени как раз именно в пользу пассажиров, то есть которые пользуются чаще там автобусами. Я же не могу увидеть все 67 маршрутов, которые мы обслуживаем, да. Соответственно, много чего там было изменено, в том числе сайт. Более того, мобильное приложение было запущено как раз там где-то 2 недели назад у нас. Группа ВКонтакте начала активно набирать обороты, и буквально там за 2 недели, что мы начали ее, как бы, скажем так, уделять ей больше внимания, на 50% уже количество там участников расширилось. Что касается этих конкурсов, то мы проводим их совместно с агрегаторами, которые оказывают нам услугу по онлайн-продаже билетов. Безусловно, это все делается для того, чтобы привлечь пассажиров. Привлечь и дальше их удержать. То есть, раз мы не можем победить, скажем так, всех нелегальных перевозчиков, то мы должны бы хотя бы идти впереди их. Да? Есть какая-то статистика? Вот сколько людей сейчас покупают онлайн-билеты? За июнь месяц было продано 87 билетов онлайн, хотя июнь месяц у нас был такой тестовый, да, то есть он только набирал обороты, вот эта вся процедура. Но это немного, да? Нет, это какой процент? Это немного, но я сейчас не готов сказать именно по процентам, потому что, во-первых, у нас не все маршруты заведены еще в онлайн-продажу, не все перевозчики, то есть мы предоставляем услугу онлайн-продажи не только на свои маршруты, но и на маршруты там перевозчиков, которые заезжают на автовокзал, да, которые изъявляют желание, потому что не все изъявляют желание. Ну и, соответственно, сейчас прорабатывается вопрос, чтобы
человек мог купить обратный билет, пока с этим сложность, но это сложность там, с агрегатором, с нашим. Я думаю, что в ближайшее время это все исправится. То есть можно там купить, едешь в Сыктывкар, да, купить сразу же там в Кирове или с телефона из Сыктывкара билет. Пока такой возможности нет, но в ближайшее время там она появится. То есть все обратные промежуточные пункты мы хотим добавить. Вы имеете в виду именно другие регионы, потому что ведь по Кировской этой области можно купить? По Кировской области у нас тоже пока только можно из Кирова купить. Там, например, с Вятских Полян приобрести до Кирова пока нельзя. Но это в ближайшее время тоже все запустится. Вопрос, я думаю, там недели-двух. А что касается еще ноу-хау, да, вот мы сейчас начали, я уже говорил, сотрудничать с французским, скажем так, оператором BlaBlaCar сервисом, который, в принципе, раньше работал в основном с нелегальными перевозчиками и негативно относился к легальным перевозчикам. Но вот уже как полгода достигнута договоренность, на площадке Государственной Думы подписаны все различные соглашения нашими старшими коллегами в Москве. И, соответственно, с этим сервисом мы сейчас активно уже второй месяц работаем. Продажи через этот сервис тоже набирают обороты. Ну, могу сказать, что за две недели продано на 120 тысяч рублей билетов через как раз BlaBlaCar. Соответственно, опять же, июль должен показать еще большую тенденцию. То есть люди должны все-таки решать, там, либо они вот с такими дополнительными возможностями будут ездить с легальным перевозчиком, либо там, с нелегальным перевозчиком. Программа лояльности будет расширяться. И мы над ней тоже работаем. Вопрос просто это не быстрый. Здесь нужно все учесть. Все там, а какие еще разрабатываете? Может быть, различные скидки. Для... Например, там, 10-й билет там, за полцены, либо наоборот бесплатно. Да? То есть сейчас, там, вот, как есть, банки дают кэшбэки, да, там, на возврат какой-то. То есть мы хотим это сделать там, в рамках нашего предприятия. Просто это, ну, опять же, там у нас все совпало с тем, что мы перешли на новую программу на автовокзале работы. И то есть, пока мы ее не обкатаем на 100%, когда там будут исключены все нюансы работы, мы запустим вот эту программу лояльности. Все эти моменты мы сейчас как раз проговариваем с агрегаторами. В ближайшее время еще два крупных российских федеральных агрегатора будут с нами сотрудничать. Это e-Traffic и Unitiki. Как раз у нас договора находятся на стадии подписания. Соответственно, там количество проданных билетов должно, ну, я думаю, там в несколько раз увеличиться, да, онлайн именно. Поэтому это все дало как раз увеличение пассажиропотока на 2% по итогам 5 месяцев по отношению к прошлому году. Соответственно, я думаю, что вот, используя все такие механизмы, мы все-таки там от нелегальных перевозчиков, в том числе, там, заберем пассажиров. Ну, вот эта сумма в 120 тысяч, она ведь показывает, что люди готовы выбирать. Да, ну, то есть, по нашим подсчетам, я думаю, что 2,5-3 миллиона в год мы все-таки должны получить за счет продажи через BlaBlaCar. Это как раз те пассажиры, которые ездили с нелегальными перевозчиками. То есть, ну, и проехавшись с нами, они видят, что все-таки там совершенно другое качество. То есть, не надо стоять у ЖД вокзала, да, где-то сидеть в машине полчаса, ждать, когда наберется машина, потому что нелегальный перевозчик двух пассажиров не везет до Сыктывкара. А мы все равно поедем, да, потому что у нас есть расписание. То есть, они стоят, дожидаются, можно просидеть несколько часов. Соответственно, вот от этого нужно уходить. Там, в цивилизованных, там, других городах больших уже все... В принципе, давно от этого ушли. Соответственно, ну вот я думаю, что этими там, вещами как раз мы должны количество нелегальных перевозчиков сократить. Ну и сейчас как раз законодательство расширяется в этой сфере. Там 54-й ФЗ по онлайн-кассам как раз должен скоро помочь их вывести. Либо обелить, либо все-таки они там должны прекратить свои вот эти там перевозки беспредельные. Еще вернусь вот к этим идеям по поводу скидок. Как новостник все-таки хочу понимать, когда чего ждать. Но я сейчас по срокам, опять же, боюсь загадывать, потому что не все зависит от нас. Если бы все было там в рамках Киров пассажиров Автотранса, мы бы это сделали, наверное, там максимально быстро, и сроки я бы мог обозначить здесь, потому что, ну, я говорю, там, с сервисом, с которым мы сотрудничаем, с ними все это сложно синхронизировать, потому что, ну, достаточно большой объем работы. Я думаю, что за оставшиеся две недели июля и, наверное, там, за часть августа мы все-таки уже это все добьем. И, по крайней мере, на межгороде и на межрегиональных перевозках мы это запустим. Что касается пригорода, здесь пока сложно ответить.
А что конкретно будет, вы еще не решили, да? Ну, мы сейчас все это просчитываем, то есть либо это будет условно какая-то там 10-я поездка, например, бесплатно, либо она будет полцены, да, либо там, ну, то есть понятно, что мы не можем вернуть никакие деньги там пассажирам, это как бы, ну, не про наше предприятие, но какие-то там скидки предоставлять. Именно там, при покупке онлайн. Да, баллы, да? Пусть это баллами будет, да, исчисляться, мы это будем делать. Ну, вот такая, в принципе, современная, нормальная программа лояльности, да. Вот принесли мне вопрос, наш редактор принес мне вопрос, слушатель Андрей. Говорит, что к перевозкам отношения не имеет, но спрашивает, вот вы все критикуете и критикуете, а что лично сделали за последний год, чтобы ситуация с транспортным обслуживанием улучшилась? В отдаленные населенные пункты по-прежнему ездят частники, где же ваши автобусы? Но мы на самом деле уже кое-что обсудили из-за этого, да? Давайте все-таки по пунктам вот ответим, что сделано, да, за последнее время. Ну, во-первых, там я говорил, что у нас в Киров пассажир автотранса на сегодняшний день 67 маршрутов, которые мы обслуживаем, там из них процентов, наверное, 30 это как раз маршруты, которые идут в населенные пункты Кировской области. Соответственно, мы не можем просто взять и выгнать какого-то другого перевозчика с, ну, например, с какого-то там района, да, ну и, соответственно, заходить в район и нести большие убытки, и тем самым предприятие там потопить мы тоже пока не намерены. То есть, безусловно, что эти вопросы, они все с Министерством транспорта сейчас прорабатываются, что конкретно там по тому, что я сделал, ну, я уже там могу повториться, но озвучу. Там, до прихода меня на предприятие об онлайн-продажах на автобусы никто никогда не говорил даже, да, соответственно, мы за достаточно там небольшой промежуток времени ввели полностью онлайн-продажу, запустили какой-то сервис по приобретению билетов, да, чтобы все стало возможно для людей там, в 21 веке живущих. Соответственно, как я уже говорил, мы приобрели 10 новых автобусов. Для сравнения, за 4 года работы предыдущего руководителя было приобретено всего 9 автобусов. Мы купили их за год 10 уже, соответственно, часть из них с кондиционерами, междугородних автобусов, часть на пригородное направление пошли. То есть, если в таком темпе будем продолжать дальше, я думаю, что мы за еще там 2-3 года процентов, наверное, 20-30 подвижного состава должны обновить. То есть, от чудящих автобусов избавитесь. Ну да, то есть я считаю, что это тоже достаточно большая заслуга. Более того, мы единственный, кто... Не единственный, точнее, а при мне как раз начался переход на экологически чистый транспорт, газ-метан. То есть у нас сейчас есть 2 автобуса на метане, 4 на пропане. Соответственно, мы поддерживаем тенденцию и постановление правительства Российской Федерации, которое говорит, что к 2020 году подвижной парк там должен перейти, часть его должна перейти на экологически чистый чистый вид топлива. Соответственно, к этому мы тоже идем. Но и достаточно посмотреть на то, что там на 2% у нас в год вырос пассажиропоток, соответственно, это как раз все те идеи, предложения там, и наши заслуги для того, чтобы пассажиры поехали с нами. Что интересно, Кировстат говорит о том, что на 3% меньше пассажиров. В целом по области да, но за счет того, что у нас междугородние перевозки стали больше на несколько процентов, город там на 1%, поэтому в целом у нас вышло там 2% плюсом. Ну и более того, я когда критикую нелегальных перевозчиков, я никогда не отказываюсь с ними встречаться. То есть я говорю, что мы за полтора года более 20 раз совместно встречались, и некоторых перевозчиков, честно скажу, удалось вывести как раз в легальное русло и обелить, то есть совместными усилиями. Поэтому я не говорю, что их нужно убирать всех, я говорю, что их надо как минимум вывести на нормальное правовое поле работы и тем самым, чтобы все были в равных конкурентных условиях. То есть работу эту мы также не бросаем. Те, кто хотят реально там работать, есть такие, кто хотят, но там встречают какие-то там административные барьеры, мы им помогаем. То есть нам главное, чтобы было все цивилизованно. Если есть автовокзал, соответственно, должны перевозки межмуниципальные, междугородние осуществляться с него, потому что есть 220-й федеральный закон, который об этом говорит. То есть не должно так быть, чтобы в подворотнях стояли автобусы и уезжали оттуда там пассажиры. Соответственно, вот в этом направлении мы, я считаю, что достаточно тоже плотно работаем, но не все перевозчики, как я уже сказал, хотят выходить из тени. Потому что налоги платят не хотят. Несмотря на то, что сделано уже, казалось бы, немало, да, вы долго перечисляли, но будем надеяться, что это все-таки первые шаги, да, что развитие будет, и мы его будем видеть, что самое главное. А программа наша подходит к концу. Спасибо, Денис, вам. Доброго дня и доброго дня всем слушателям. Спасибо взаимно. Особое мнение на 101 FM.